форуме подвели окончательные итоги реализации концепции развития противопожарной службы региона. Реализовывали ее с 2009 года. И только в прошлом году под занавес проекта открыли 11 пожарных подразделений. Самые крупные в Нижнем Одессе, Серегово и Инте. На дежурство вышли и огнеборцы на отдельных постах в Усть-Куломском, Усть-Илимском, Книжпогосском и Карткировском районах. Причем пожарные возводили депо своими руками. Брандмейстеры поселка Намск Карткировского района сейчас доводят свои помещения до ума. Виктория Палкина о новых возможностях. Место для отдельного поста в Намске нашли быстро. Заброшенный гараж на въезде в поселок отвечал всем требованиям. Правда, деревяшку 90-х годов постройки пришлось переделать. Первым делом взялись за крышу. Заброшенные производственные помещения используются не полностью. Пожарный пост занял лишь треть старой постройки. Здесь разместили гараж на две пожарные машины, пост связи, учебный класс и бытовые помещения. Правда, еще не все комнаты довели до ума. Настроить быт, утеплить еще, документацию все как дополнить, то, что не хватает. Ну, а так, в принципе, основное, как сделали уже. Перестройку помещений будущего пожарного депо начали в августе прошлого года. За несколько месяцев успели отремонтировать кровлю и провести косметические работы. Оставшиеся недоделки намские огнеборцы называют мелкими. Говорят, главное, на свое первое круглосуточное дежурство заступили в назначенное время. Период весеннего разлива поселок остается один на один со своими проблемами. Но открыв пост, мы как бы прикрыли 500 человек, проживающих в этом населенном пункте. На сегодняшний день люди, можно сказать, вздохнули, как бы уже нет такого опасения. Намск стал последним поселком Карткировского района, где открыли отдельный пожарный пост. Сегодня в рамках профильной республиканской программы все трудодоступные населенные пункты муниципалитета прикрыты огнеборцами. Было только по нашему району две части, это в Саржевске и Карткировске. На данный момент, получается, кроме этих двух частей, дополнительно еще открылась часть Мордина и 5 отдельных постов. Это Подтыпке, Нившере, Богородске, Кировске и вот сейчас открылся в Намске. В Коми сегодня действует чуть больше 100 подразделений республиканской противопожарной службы. Под их крылом 374 населенных пункта региона. От Черемуховки Прилузского района до Воркуты. Виктория Палкина, Дмитрий Ведерников, телеканал «Юрган», Карткировский район.